ты. Рассказывай, что нарыл. Это что, Арч? Долго тебя ждать? Какой красавец. Ну, и взял по дешевке после спасения той тёлки. Скажи-ка, как ты вообще наскреб на Арч? Даже подержанный. Ну, что-то было, что-то одолжил, но мой пекинито. В смысле, оно же того стоило, скажи. На твоем месте я бы сменил глушитель. Думаешь? А чё? Он классно рычит, все тёлки тащатся. Он так классно рычит, что все за километр знают, куда катит Джеки. Можно еще покопаться в инжекторе, загрузить новую карту или наложить термотейпы, пока не наберешь бабла на модификацию выхлопа. О, бля. Тибак там жива? Ты ей не звонил? Жива. Она в теме, рвется в бой. Уже готовится. Они с Дексом уже работали, до того, как он ушел на каникулы. Долго ждал? Мимадре всегда говорит, терпение вознаграждается. Короче, Декс уже купил у мальстрёмовцев бота. Неясно только, захотят ли они его теперь отдавать. Он заплатил им вперед? Их оле. Ладно, хер с ним. Бот так бот. Как будем его вытаскивать? Алло? Думаю, по-хорошему не получится. Это ж мальстрём. У банд правила простые. Кто сильнее, тот и прав. Или ты всех ебешь, или ебут тебя. Ну что, хромовый ад? Посмотрим на этих уродов. Ладно, давай постучим. Посмотрим, пустят ли нас. Вот как на... Зло. Я этих сучар на дух не переношу. А чем они отличаются от других? Вот возьми Валентина. Они почитают Бога и Санта-Мадре. И честь для них тоже кое-что значит. Ты знаешь, чего им надо, как они живут и что их может выбесить. А вот с мальстрёмом хуй просышь. Звони. Пусть открывают. Я вас не знаю. Открой дверь, блядь. Ага, сейчас. Вам, блядь, назначено? У меня в календаре ничего нет. Нам нужен Ройс. Мы от Декса. Главный зал. Мы вас ждали. Да, уютно тут. Пару... Фикусов бы еще. Они хорошо подготовились. Уёбки, блядь. Для фабрики жратвы у них тут очень неплохая охрана. Да, техника, наверное, вся с конвоя. Представляю, как эти черви в ней копошились. Мелитеховские игрушки. Банда психопатов с армейскими приблудами на 2 миллиона. Чёрт.
Чуть-чуть моя жопа будет весело. Осколочная противопехотная мина направленного действия. Моя любимая. Со вкусом. Спокойно. Они нас просто пугают. У вас есть бот. Модель МТ-0Д-1-2. Его называют Болт. Ну, допустим. Тебе-то что? Меня прислал человек, который заплатил Брику за болта. Мне надо его забрать. Я могу поговорить прямо с Ройсом, если надо. Не, будешь говорить со мной. Я Дум-Дум. На диван, бля, быром. Чё, блядь, особое приглашение нужно? Сядь! Я постою. Тебе чё непонятно? Положи свою жопу на диван! А ты заставь. Ну, ты сам попросил. Паркуй жопу, пока я тебе третий глаз не сделал. Джек, просто сядь. Это плохо кончится, но... Сука. Ну, заебись. Чё такой хмурый? Улыбнись, Дунь. Спасибо, не употребляю. Ну и пожалуйста, мудила правильный. Вот он, Болт.
НТ-0-Т-1-2. А Мелитех его искать не будет? Да насрать, пусть ищут сколько хотят. Мы стерли у болта серийный номер и переназначили админские права. Так что если уж он твой, то он твой. Дай заценить. Да пожалуйста. Хитровыебанная штука. Динамическая броня с термооптическим камуфляжем. Контроллер вора. Полная когнитивная иммерсия. Зацени, все приводы сделаны из смеси титана, ванадия и кевлара. Смотри, что будет. Интеграция абсолютная. Когда паучок залезает на стены и ползает по потолку... Да, можно и блевануть. Ну как тебе? Да. Ворон вроде как не фабричный контроллер для болта. Ха! Нет, конечно. Контроллеры Мелитеха подключены к их системам. Ты же не хочешь, чтобы они узнали, кто бегает с их краденным добром? Ворон — наша работа. Исправленная нейронная синхронизация, никакой слежки. Я бы вообще его продавал. Да, мы его берем. Очень хорошо. Бабло вперед. Брик все получил. Мы в расчете. Брик все получил. Ну и где ты здесь видишь Брика, а? Ты что, Нахуй Брика. Давай договоримся заново. Подход к делу, я считаю. Условия простые. Нужен болт. Показывай эти. Я тебе... Расслабься. Вот они. Прямо так? Просто выкладываешь свои кровные? Берешь или нет? У меня еще дела. Так и не сказал, кто тебя прислал и на кого ты работаешь. Меня прислал Декстер Дешон. Декстер Дешон! Жердяй, который наебал половину Пасифики. Он до сих пор жив? Вот этот стрёмный урод! Молодчина! Забирай боты и контроллер. Только побыстрее. Надо понять, как... Все наше. И боты, и контроллер. Пошли. Чем быстрее, тем лучше. Давай сваливать. Хочу быстрее на воздух.
грёбаное мясо! Сейчас весь провоняю! Это ж конвейер. Вообще, я думал, ты любишь мясо. Бля, точно нет другого пути. Пошли! Поманос! Эй, Би! Не спеши! Тут есть камеры! Дамы и господа, Джеки Уэллс!
Одну секунду! Патронов нет! Надо перезарядить! Блять!
знаешь, на кого залупаешься. Повеселимся! Ищите Кавранас! Ищите и обрящите Кавранас! Похоже, мы спасли тебе жизнь. Ты
Ты нам должен, Омбре. Господи, притормозите, а? Все свои долги я верну. Но не прямо же сейчас. Сочтемся, если еще потом встретимся. Игры кончились. Уверен, вид у тебя не очень. Обо мне не беспокойтесь. Никого, слышишь?
спеши. Тут есть камеры. Прячься быстро! Магазин пустой! Я под обстрелом! Помогите мне! Перезаряжаю! Я перезаряжу! Не подставляйся!
Отправляйся! Осталось недолго! Перезаряжаю! Знаешь, на кого залупаешься? Погоди! Я перезаряжу! Давай сваливать! Хочу быстрее на воздух! Кончились. Надо выбираться. Милитер. У них эти дроны в каждой дыре.
Там поговорим. А с Мальстрёмом обычно ничем хорошим не кончается. Похоже, вам обоим сегодня повезло. А ты зачем приехал? Ну, мы же так и не узнали, кто в результате был крысой. Вот я и надеялся, что мальстрёмовцы тебе расскажут. Ага, конечно. Трупы информации не делятся. Ну, ничего. Постараюсь что-нибудь придумать. Приятно было поболтать. На сегодня все. Что теперь? Я так скажу, хватит с меня впечатлений. Дай знать Дексу, что его игрушка у нас. Пусть готовит шампанское, нам после такого положено. Ай луэго ви. Как дела на фронтах, мистер Ви? Вот у меня. И как прошло? Неприятности были? И что там насчет Мелитеха? Само собой были проблемы. Ройс нахую вертел твой договор с Бриком. Как ты его уломал? С помощью корпоратки? Встретился со Стаут, мы договорились. Ну надо же. Она дала мне бабла для Мальстрёма. Значит, ты заплатил за него их деньгами? Нет. Решил, что деньги мне самому пригодятся. Вот и я просто забрал. Вот так просто? Не совсем. Пришлось применить силу. Ты крепкий орешек, мистер Ви. У меня все готово. Что дальше по плану? У тебя по плану выполнить мой заказ. То есть забрать Билчим. Давай поговорим в посмертии. Подъезжай. Отлично. Скоро буду. До свидания.
нас пора эта ночь. Верхен Сантиссима, ма. Ты... Класса Интер Арманьяна. Беру!
это была последняя капля. А знаете, почему его назначили? Их невидимый звездный корабль завис прямо над нами. Я подумываю поменять хром. Есть что-то новенькое? Есть кое-что.
знаешь.